Привет, друзья, с вами Rush на Линдзука. Мы продолжаем кровавейшее прохождение игры «Бог войны. Восхождение». Итак, мы все еще лазим по статуе Аполлона. Наверное, доползем до головы когда-нибудь. Так, вперед! Путь! Что такое-то? Не проламывайся, давай! Давай! Опа, что-то тут загрузон какой-то пошел. Жесткий. Редко такое в игре встретишь. Такое ощущение, что этих жуков добавили только для того, чтобы игрок смог больше прокачаться во время игры. Потому что как бы ущерба они вообще никакого не наносят. Еще сундук стоит, типа, может, они покосуют, и мне надо будет подлечиться. Хотя, не знаю, если играть на других сложностях, я-то играю на средней, а если взять сложную, или там еще какая-то откроет сложность, то будет, может, пожестче. Так, давай, кокон, разбивайся. Так, у нас 4000, можно еще что-нибудь, наверное, качнуть. Так, молния Зевса. Доступные особые атаки нам станут. А магическую атаку в следующий раз, значит, да? Ну давайте. То есть постепенно прокачаем каждую отдельную магию, у каждой появится отдельная атака, вот эта магическая. Так, ну ладно. Так, а что вы хотите сейчас? А, наверное, наверх полезем, да? Тут не пройти. Вперед. Опа! Есть! Наручи Аполлона. Что за наручи? Оба-на, что-то такое. Глюки начались. Армия в замешательстве. Вернись к нам, командир. Веди нас к победе. Тебя вообще нет. Ты иллюзия. Вернись к корням. Вернись к себе, спартанец. Мы лишь вернем тебя домой. Мой дом — это Спарта! Сестра, покажи ему, как в Спарте карают предателей! Смотрите, у нее еще одна рука. Ну, то есть две руки. Короче, наверное, Кратос ей руку-то и отрежет. Я так об этом и думал. Хватит биться! Возвращайся домой! Все вернет! Мы сделаем это по-моему! Типа спартанцев против нас, типа как будто свои. Ну, мы же понимаем, что это все глюк. Кувалда, чтобы атаки подбивать, ну, щиты подбивать противнику. Я думаю, мы сейчас вот так с ними поступим. Сейчас у него жучков запустят. Или что? Уйди, уйди, уйди. Ух ты, сука такая! Гори адским пламенем! Ну, может, тебе литку подбросить? Измени его везение! Интересно, кто вообще меняет видение вот эти? Без
спартанцы мне практически ничего не делают. Надо чисто ее херачить и все. А, сука! А, блядь! Ой, чуть-чуть-чуть! Путь! А, своих только мочишь, дура! Черт, куда она делась, блять, я магию зря истратил. Ее копье пульнуть получится. А у меня копья сейчас нет, ну-ка. О, можно, отлично. Еще копье есть. Может, ты и силен, но умрешь, как и всякий смертный. Отлично. Сейчас мы тебе руку-то и отрежем. Получила, тварь! Давай, сестра, вместе мы покончим с этим упрямцем. Эй! На! 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 Получи, сука, иди сюда, ко мне, тварь! Ну, моя крошка, раз он нам делает больно, боль он получит в ответ! Я этого не потерплю! Вы не знали, суки, что боль — это моя стихия? Ну что мне с тобой сделать, сука? Ай, блядь! Я сама тебя убью! Ах ты тварь! Попробуй, попробуй меня убить! Мерзните, твари! Блин, не сработало. Тогда будем вас сжечь. Бессмысленно оставлять его жму. Должны убить. Я доставлю этого смертного колеса. Ну, чуть-чуть. Разве это не я? Что такое, что за поле силовое? Надо валить эту суку летающую, значит. Сука, копья кончились. Ай, блин, блин. А-а-а!
Помоги мне, огонь! Сука! Эй! Блять, да что ж такое-то? Я ж нажал, мать его! Все. Больше вы у меня не уйдете. Ух, блядь. Сука, вот это крутое. Бля, вот это жестко было. Первый раз такое вижу. Ну еще одна попытка, блядь. Пока у меня жизни хватит. Блядь, ну что такое? Почему оно не срабатывает, нахуй? Какой кнопкой его делать? Бать в рот! Да не получается, сука! Это что такое-то? Я попал на самые ебанутые крутые в игре. О, блядь, наконец-то, сука, мать твою. Ты там что, свои щупальца вытащил? Помешаешь мне их убить? Никто не помешает! Бляха, муха, ёбаный! Какое жёсткое это кутырье, блядь, непонятное. О, я сдох! Друзья. Да, игра все преподносит новые сюрпризы. Надеюсь, сейчас с того же места начнется. Это будет жестко. Ну почему, блядь, ты не... Блять, ну непонятно вообще, как это делать. Первый такой QTE появился. Первый раз я сделал на левом аналоге, второй раз я не знаю, на каком аналоге сейчас делать. Либо на правом, либо на левом, ну-ка в другую сторону крутить, что ли, непонятно. Сейчас попробую еще раз. О, блядь, ну ты же вроде бил, блядь. Ну... Бляха-муха. Может, два аналога сразу повернуть в жопу, блядь. Чё делать-то? Жёстко как-то вообще, блин. Не хотелось в таких местах застревать. Тут вроде все элементарно обычно. Ну и давай, блядь. Ну почему? Почему не сработало опять? А, сука!
правым аналогом еще раз сделать. Более так округлый, что ли, я не знаю, как. Ну! Ну почему ты? Ну что? Как это делать? Сука! Пипец какой-то вообще. Блин, я извиняюсь, друзья, но не могу сообразить, как это сделать. Реально. Такого давно в God of War не было. Точнее, ни разу раньше, ранее не встречалось. О, блядь. Левым аналогом, сука, надо делать. А, тварь, вот вы меня достали вообще, пипец, со своими кутаясанами новыми. Ты ржешь. Хватит. Кто ты? Пора, Кратос. Вернись на свое место. Если исполнишь предназначение, может, ты и сам окажешься на Олимпе. Я не стану служить Аресу. Ты не справилась, Мегера. Я сама разберусь с ним. Вот она, Мегера, оказывается. Ты еще вернешься. Вряд ли. Это надо было сделать давным-давно. Оркас, поэтому ты заодно со спартанцем. На этот раз тебе конец. Слабак! Смотри, что ты сделал! Найди! Тебе не добраться до фонаря, спартанец! Интересно, до какого фонаря? Тебе не добраться до очей. Матери узнали, что ты их ищешь. Эта сила спасла меня от гекатанхейров. А что станет с тобой? Если ты проиграешь, то я тоже буду обречен. Алекта в ярости уничтожила единственный путь к фонарю. Я не успел рассказать тебе о дороге. Но теперь нужно искать другой путь. Камень клятвы Оркаса. Символ темной связи, существующий между хранителями клятв и фуриями, позволяет Оркасу находиться одновременно в двух местах. То есть и мы сможем находиться одновременно в двух местах теперь, что? Так, ну и что ж, после такой жесткой серии стоит сделать перерыв. Моим нервам нужно немного расслабиться, друзья. А тем временем я жду ваших комментариев на канале по поводу этого прохождения. Не забывайте комментировать, лайкать, добавлять в избранное, если вам, конечно, это видео нравится. Также делиться с друзьями, просто этим всем вы сможете помочь развитию нашего канала. Ну что ж, с вами был Рашен Онидзука, всем удачи, всем пока!